Доброе утро, дорогие друзья. Быстро заканчивается недельная глава, самая длинная недельная глава Торы Носо, примыкающая к празднику Шавуот, идущая за ним. Да. И вот, вы знаете, сейчас, когда мы уже получили такой заряд духовности на год, получили Тору, мы прочитали о том, вспомнили о том, как стояли все у горы Синай, слыша заповеди. Да. Теперь что осталось? Теперь надо только все нормально, теперь надо только верить и сохранять эту веру. Больше ничего, мы получили этот заряд, а мы сохраняем ее. Наш мир полон каких-то чудовищных заблуждений, каких-то ложных иллюзий, ибо отсутствие веры, каждый сам решает, вот когда нет веры, каждый решает, что есть истина. И каждый становится глашатаем ее ради какого-то там, я не знаю, торжества. И все готовы уничтожить все остальное человечество. Ложные истины вызвали многообразные революционные, тоталитарные движения, там всякие измы. И все они цветут. Проще говоря, вера – это краеугольный камень, на котором покоится мировая гармония. И залог счастья человечества. Только если он верит. А если нет? Мы готовы поверить. Люди, в принципе, хотят. Вера заложена внутрь человека. Мы готовы, только дайте нам пощупать это. Вот пусть Бог сейчас подойдет ко мне, тут представится, скажет: здравствуй, там, Абраша. И тогда я, конечно, уже совсем иначе буду к этому относиться. Мы многие вещи никогда не видим. Если бы до изобретения микроскопа подошли к человеку и спросили, есть ли какие-то мелкие животные или существа возле него, или там в нескольких сантиметрах, он ответил самым решительным образом, что, конечно же, нет. А если вы утверждали обратное, вас бы, наверное, это в инквизицию святую сдали. Хотя ясно, что этот человек ошибается, и в самом близком соседстве от него есть микробы. Просто глаз человека их не может видеть. Таким образом, человек может быть пространственно очень к чему-то близок, но совершенно не знать об этом и не видеть. Когда мы говорим о Боге, что он близок, это значит, что он видит и знает, а у нас не хватает приборов, чтобы его увидеть. Он бы рад нам открыться. Но мы не в состоянии этого сделать. Помните, не может человек увидеть меня и остаться в живых. Что мы хотим от него? Чтобы он появлялся и убивал нас? Он разговаривает с несовершенным существом. Существом, которое не в состоянии ничего до конца понять. И тем не менее он спускается к нему и говорит: ты мой сын, ты моя дочка. Попробуй найти дорогу ко мне. Знаете, сейчас очень важный период. Я расскажу короткую притчу. Великий грозный царь шел там со свитой по улицам своего города и вдруг увидел человека, бедного, там, лежащего в куче мусора, погруженного в страдания, болезни, там, ну, вообще уже на последнем уровне. Да. Этот человек вызвал какое-то благоволение царя, и он приказал его отмыть от грязи, вылечили его, как-то он стал здоровым, царь облачил его в хорошие одежды, поговорил с ним, понравился ему человек. И постепенно он стал большим человеком, он поставил его министром. И вот они идут по улице. И вдруг этот помощник царя видит огромную мусорную кучу, в которой роется человек. Он сразу все бросает, и в этой одежде ностальгия у него. Он бросился туда и начал рыться. Можно ли предвидеть меру уготованного ему наказания? Ведь он презрел весь почет, оказанный ему царем, прислуживающих его вельмож, испачкал одежду, опозорил государственный пост и так далее. Такая притча. В чем ее значение? Верно, что все мы говорим и обещали, и обязаны, приходя в этот мир, мы это обещали, изучать Тору, двигаться к духовности во все дни, должны устанавливать все сроки для занятий. Но многие вынуждены работать, чтобы, ну, я не знаю, прокормить себя, там, я знаю, чтобы жить, да? 6 дней мы трудимся, а шаббат? А в шаббат мы слишком устали от недельного напряжения. Это слабое оправдание, но все-таки иногда какое-то оправдание. Теперь, вот когда мы праздновали дарование Торы и благодарили, что Бог дал эту Тору Шавуот, мы сегодня, вот сегодня, в этот шаббат, проходим такую большую проверку. Действительно ли желания наших сердец совпадают с тем, что мы говорим своими устами? По правде ли мы рады Торе, вот от духовности, которая, и то, что ее получили. Шаббат, следующий за Шавуот, за праздничным вот этим днем, проверяет. Мы уже не усталые, мы не изможденные. Посвятим ли мы его Торе?
Будем ли в этот шаббат заниматься Торой, духовностью? Будем ли в этот шаббат проведем как положено? Или, не дай Бог, займемся детскими играми, бездельем или чтением там, интернета, не дай Бог, или еще что-то. Глава Насо, как известно, самая длинная в Торе. И есть комментарии в книге Заар, каббалистической книге, что почему именно длиннее эта глава, чем другие. Еще, кстати, в книге Хидушей Арим автор говорит, потому что эту главу читают в шаббат, наступающий после праздника дарования Торы. Мы подходим к ней с жаждой Торы. Способны ли мы почувствовать в себе такую жажду? В этот день проверяется, насколько мы правдивы в своем стремлении к духовности. Вот что важно. Браха ва ацлаха, хорошего шаббата, и чтобы нам пройти эту проверку.